Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. И сегодня мы хотим сделать шашлык с мяса свинины. Для этого нам понадобится где-то килограмм свинины, 3 больших луковицы, приправа для шашлыка, майонез любой, соль, укроп, лавровый лист и я еще добавляю чайную ложечку 9% уксуса. Ну все, начинаем готовить. Мы нарезаем вот такие кусочки, не сильно большие, не сильно маленькие. Мы как бы нарезали, здесь кусочки есть пожирнее, где и салка больше, это шейка. Вот, короче, такая свининка, это свеженькая свининка. Так, нарезали мы уже. Я его нарезала. Сейчас я нарезаю лук полукольцами. Где тоньше, где толще, как бы значение особо. Мы его используем, как бы, чтобы мясо было сочное. Ну, закидываем. Лук мы режем свеженький, лук экзибишн нашей грядки. Проредили его маленько, потому что он в некоторых местах густо у нас был посажен. И вот экзибишн у нас идет шашлык. Нарезаем немного зелени. Вот сначала я нарезаю лучок, но лучок я как бы помельче режу. Лучок, а потом еще зелень маленько укропа нужно тоже порезать. Тут же берем. Добавляем чайную ложечку соли. Это для этого мяска. Добавляем приправу для шашлыка. Она уже готовая. Я даже скажу, что здесь так. Состав: кориандр, паприка, чеснок, семя горчицы, перец красный, майоран, перец черный молотый, мускатный орех. Так что здесь все есть. И вот добавляем приправки. Мы как бы побольше. И начинаем вот этот лучок его поддавливать, чтобы он дал сок, чтобы у нас шашлык как бы в этой луковой сок, чтобы дал. Ну, лук сочный прямо. У меня рука мощная. Так что хоть хорошо получается. И все перемешаем. Добавим лавровый лист. Так, сколько тут? 4 штучки. Укроп, лук зеленый. Так, тоже немножечко перемешаем. Так, перемешаем. Добавим чайную ложечку. Много не надо. Просто чтобы мяско. Чайную ложечку 9%. И почему-то мы любим на майонезе шашлык. Он как-то и мягче получается, и вкуснее. Вот майонез. Сейчас перемешиваем. Где лучок, вот так тут. Все равно мы его разбираем как бы на кольца, чтобы кольцами было. Так он у нас простоит до вечера. И вечером мы его зажарим. Это чтобы колечками получались. Мы его... И прямо руками так хорошо замешиваем. В
пробуем на соль. Даже вот просто кусочек. Да, соли достаточно. Посолится до вечера. Вечером пожарим шашлычок. Ну все, уже вымешали. Вот как тут его прибьем. Ну вот, накрываем мы наш шашлык чашкой и ставим. Ну, даже у нас мы на веранде его поставим. Там у нас прохладное такое место. И будет мариноваться он до вечера. Вечером пожарим. Ну вот, жарится наш шашлык. Чуть-чуть положили сало. Один шампур одели. Такой зажаристый. С дымком. Шашлычок наш шкварчит. Наверное, вкусный будет. После трудового дня пожарим шашлык. Пойдем покушаем мясо. У нас в деревне вообще хорошо. Насчет этого можно жарить шашлычки на природе хоть каждый день.